Самый длительный в мире локдаун отменяют в Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Здесь живет 5 миллионов человек. Люди снова смогут выходить из дома в любое время, а ночью перестанет действовать комендантский час. Карантинные ограничения решили ослабить после того, как в штате Виктория 70% взрослого населения привилось двумя дозами вакцины от COVID-19. Мы выполняем обещания. Мы говорили, если люди вакцинируются, то мы отменим локдаун. А если вакцинированных появится рекордно много и за короткий срок, то мы снимем больше ограничений. С начала пандемии в Мельбурне локдаун вводили 6 раз. В общей сложности изоляция продолжалась 263 дня. Это почти 9 месяцев. Самый длительный период в мире. На втором месте Буэнос-Айрес, где локдаун продолжался 234 дня. В Мельбурне снова откроют отели, но полностью заполнять их гостями пока нельзя. В конце октября разрешат работать небольшим магазинам, но только в том случае, если к этому времени полностью вакцинируется 80% жителей Виктории. Ранее режим изоляции, который длился 100 дней, отменили в соседнем штате Новый Южный Уэльс. Там полностью вакцинировались 80% жителей. Австралия также возобновляет транспортное сообщение с Новой Зеландией. Кроме того, власти страны ведут переговоры об открытии границ с Сингапуром. В Австралии в общей сложности выявили 145 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли 1500 человек.